Подумал я и решил, не нужно мне столько загонов для овец. Буду я убирать, наверное, вот эти два загона, оставлю один. Там и так достаточно можно держать до 500 голов. Ну, потому что, во-первых, здесь, чтобы продать шерсть, нужно ехать, плыть, ну, ехать на барже. Долго причем. Такое себе занятие, не очень. И стоит всего 2000 долларов, 1000 литров в тесте. Я почему-то думал, что в этом поддоне больше 1000. Но в нем всего 1000. То есть, не знаю, на баржу сколько там можно погрузить. Ну, поездочка, ну пусть 20 там, не знаю, 30 тысяч литров. Ну, по сумме это немного для островов. Так что решил я избавляться. От загонов. Овец-то я оставлю. Просто будут в одной овчарне, в одном загоне. Мне вполне хватит этой шерсти, буду подкапливать немного и сдавать уже потом. А если она постоянно будет, то есть быстро накапливаться будет, то я просто устану ездить на барже на этой. Так, куда я перемещаю? Вполне мне хватит одного загона. И здесь вот сразу на поле будет пусто. Уже туда не надо будет ездить. Так вот, черно-белое осталось. Почему-то я думал, что подороже будет выходить все это. Ну ничего. Попробовал. Ошибся. Бывает. С каждым. Сосредоточусь на других животных. От свиней и коров навоз будет, его можно сдавать по хорошей цене. Недалеко. Так что выгодней.
Да ёлки. Так, белые, черно-белые, ну и все, наверное. Лучше я коров докуплю. Свиней. А если уж строить что-то буду, то, наверное, лучше курятник. Да, надо, наверное, там убраться сначала. Так, эти сразу загрузить.
Будем пробовать нашу схему с мотороллером. С полным уже теперь. Как же тебя лучше загрузить-то? Постепенно натренируемся. Надеюсь. Шесть коробочек. Получается, одна не влезла. Досадно. Так, они, надеюсь, не выскочат. Так, тарахтит слишком сильно. Попробуем действовать так. Еще вам.
3 700 за 600. Ну, вроде получилось. И вроде бы недолго. И поинтереснее, чем бегать с каждой коробкой. Да, он, конечно, в лазе здесь только-только. Но это придется пешком. Ну, тоже можно и так.
отрегулировали. Она перестала кушать в большом количестве топлива. Так, и что это значит? Еще и забирать не хотят. Даже можно не заправлять.